Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами опять забираем награды за Division Rivals и за Food Champions. Приятного просмотра! Давайте с вами заберем сначала награды за Division Rivals. Это награды за 5-й дивизион 2-го ранга. Возьмем с вами второй вариант, где продаваемые паки. Нам с вами дают один мега-набор и пак за 50 тысяч монет. Сейчас мы будем с вами забирать самые интересные. Это награды за Weekend League. Взял я на этой неделе, как вы знаете, золото 3. И есть такая теория, что за низшие ранги выпадают намного лучшие игроки, чем за высокие ранги. Команда недели вышла очень крутая. Здесь есть Абумиянг, Киллини, Тима Вернер. Поэтому мы сейчас с вами поймаем этих игроков в этом паке. Забираем эти награды и открываем самые интересные паки. Первый пак пошел. Хочется, конечно же, Абумиянга нам выпадает с вами пике 88. Пацаны, это очень хорошо. Но только бы вместо пике выпал бы Абумиянг, и было бы очень круто. Ну, пике тоже хорошо. Пойдет в какие-нибудь рейтинговые СБЧ. Открываем второй набор. Я думаю, что в нем ничего не выпадет. И в нем ничего не выпадает. Давайте с вами берем Абрахама. 80 рейтинг. Также не теряем надежды, что нам упадут эти крутые игроки из этой команды недели в продаваемых паках. И мы их продадим. Открываем с вами первый мега-набор. Нужен волкаут. Здесь волкаута нет. Это створки. Бразилец, форвард. Это Вильям Хосе, 83 рейтинг. В паке за 35 тысяч монет. Открываем следующий мега-набор. И верим, конечно же, в лучшее. Хотя в FIFA в лучшее верить нельзя. Так, это волкаут. Это не информ, обычная карточка. Испания, Цезар. Рамос, пожалуйста. Блять, нам выпадает Цезар из Пеликуэта. 86 рейтинг, это тоже неплохо. 1030, 1040, думаю, будет. Но Рамос был бы лучше. Следующий набор, это пак за 35 тысяч монет. Мы его открываем. Пожалуйста, еще один волкаут, и это просто топ открытие. Здесь нет волкаута. Есть сворки, это уже хорошо. Хорватия, нам скорее всего с вами выпадает Субашич. Да, это Субашич, 83 рейтинг. Тоже неплохо, хотя бы есть экраны. Открываем с вами паки за 50 тысяч монет, на них самая большая надежда. Открываем с вами первый пак. Нужен волкаут. Здесь нет волкаута. Есть творки, это уже хорошо. Испания, ЦП или Раменди с вами нам выпадает. ЦПшник, 84 рейтинг. Еще бы Нэн Джезуса запихнуть бы было неплохо. Вместе с Иллером Менди нам выпадает с вами Ковачич, Стоунс и больше ничего. И улетает последний набор в бездну всех моих открытых паках. О, это волкаут. Волкаут в последнем паке, пожалуйста, хороший игрок. Это Франция, ЦОП, пожалуйста, Канте. Канте выпадает, Канте, 89 рейтинг. Канте стоит 30 тысяч монет. Это очень хорошо. До последнего думал, что это не Канте какой-нибудь, Мативиди, 85 рейтинг. Канте 89, отлично. Хорошо, у нас окупились награды за Weekend League и за Division Rivals. Инголо Канте показывает на себя, какой красавчик, черный, лысый, уф. Кроме Канте нам никто не выпал, но и Канте это очень даже хорошо. Я считаю, что этот покопанинг можно считать успешным. Нам сначала с вами выпал Пике, потом выпал Аспиликуэта и закончил наши паки Нголо Канте. Теория о том, что за худшие ранги нам дают хороших игроков, подтверждена. Я думаю, что Нголо Канте, Пике и Аспиликуэта заслуживают вашего лайка, подписки на мой канал. И всем спасибо за просмотр, и всем пока!